На совещании заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Казак напомнил, что президентом страны поставлена задача о переводе неэффективных предприятий жилищно-коммунального комплекса в формат концессионного управления. В течение последних нескольких лет проводилась непростая работа по совершенствованию правового регулирования в этой сфере с целью создания благоприятных условий, инвестиционных условий для частных инвесторов. По мнению зампреда правительства Дмитрия Казака, необходимо повышать качество услуг отрасли, создавать совместную инфраструктуру в ЖКХ. При этом работа по заключению каждого концессионного соглашения должна быть проведена в интересах населения. Участники совещания отметили, что уже есть немало примеров эффективной деятельности концессионеров. Кроме того, разработан ряд проектов на перспективу по заключению концессионных соглашений, в том числе в Рязанской области. В частности, по мнению Дмитрия Казака, разработанный в регионе проект концессионирования предприятия ЖКХ можно назвать одним из лучших в России. Строится взаимодействие конструктивно, что очень важно, потому что активность, знаете, в этом смысле Рязанская область может стать примером для других коллег, потому что активность, деятельность вот сегодняшней команды, которая стоит во главе Рязанской области, мне кажется, позволяет решать поставленные задачи. В настоящее время правительством России решается вопрос выделения средств на субсидирование перевода предприятий коммунального комплекса в формат концессии. Общая сумма поддержки может составить более 4 миллиардов рублей из антикризисного фонда правительства Российской Федерации. На совещании было отмечено, что полностью достаточным процесс заключения в стране концессионных соглашений пока назвать нельзя. Но в следующем году начнется долгосрочное тарифное регулирование. Тогда, по мнению участников встречи, возможностей по введению нового формата в ЖКХ станет больше. Участниками совещания стали губернаторы, представители банков и потенциальных инвесторов. Все сошлись во мнении, что концессия – лучший формат управления неэффективными предприятиями ЖКХ, так как позволяет их модернизировать, а имущество оставить в собственности муниципалитета. По мнению губернатора Рязанской области Олега Ковалева, главное, что люди будут получать качественные, современные услуги ЖКХ. Для меня важнейшим является, когда мы говорим о том, что в чьих руках будет, важнейшим является обеспечить надежные и качественные коммунальные услуги для наших жителей. Я убежден, что частный оператор будет более эффективно управлять централизованной системой водоснабжения и водоотведения, более жестко контролировать объемы потребления и сбросов сточных вод, работать с неплательщиками. И здесь, конечно, частная компания, здесь частный бизнес будет работать более ответственно и более четко и грамотно.